Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на канале Юрий и Лариса Иванова Лайв. И сегодня... всем привет из Южной Дакоты! И сегодня я буду готовить салат. Я не знаю, как он называется. Мне нравится его иногда готовить на ужин. Он очень сытный. И так как ему не было у меня названия в записной книжке, мы назвали его с дочерью Дакота. Пусть будет этот салат Дакота. Я буду использовать кукурузу, баночку ананасов. Я сварила курицу. Я не указываю граммы, потому как, ну, каждый на свою семью будет рассчитывать, и поэтому вы будете брать столько, сколько вам нужно, чтобы накушаться вашей семье. Я тут взяла 2, 4, 6 яиц, но они, видите, они очень мелкие. Так, и сколько-то, ну, для нас, я знаю, сколько это примерно грамм. Это бедрушки и голени куриные, без косточек. И огурчик. Это мы едим салатик здесь с принглсами. Ну и, конечно же, майонез. Кто любит добавлять такую добавку, специю, соль, то, возможно, он добавит соли. Но у нас майонез соленый, ананас, кукуруза сладкие. Нам, в принципе, соли будет достаточно с майонезом. Сейчас первым делом я... нарублю мелко яйца. Ну, это каждый по своему желанию тоже. И не обязательно мелко, как вы любите. У меня все такие рецепты, которыми я делюсь. Каждый по своему желанию все должен порезать, как ему нравится. Доча за кадром тут меня это комментирует. Я режу мелко яйца, но можно и не мелко. Как я хочу быть девушкой в розовом манто. Можно и не девушкой, но уже не то. Я не могу. Я думаю, ты предвидишь будущие комментарии. А зачем мелко резать? Я вот режу вот так. Ну, потому что делаем вот так. Мы не учителя же, да? Да, я же не повар. Да. Поделюсь. Просто тем, сами для себя готовим, да? Я готовлю на ужин сегодня. Молодец. Еще все всегда спрашивают, почему я одета, а что мне, холодно? Ну, мерзну я, девочки, мерзну. Вот сегодня мне жарко. Я оделась в футболку. Может, ты для видео разделась? Нет. Я-то в кофте стою, чуть тебе жарко. Ну, странно, я же с душа. Ну ты распарилась, да? Так сейчас заболеешь. Как обычно. Да. Так, яйца нарубили. Я всегда люблю яйца рубленые. И теперь измельчаем курицу. Можно и не мелко. Кстати, можно и не измельчать ножом. Можно взять ее вот на волокна. Ой, нет, я так не люблю, не надо. Я тоже всегда люблю кубиками порезанную. Хоть крупно, хоть мелко, но кубиками. В общем, у нас, я не знаю, рецепт салата, сейчас скажете. Может, или можно и не салата. Влог это, или что вы еще там хотели сказать. Болтайте тут много чего, как мне пишут под некоторыми видео. Наболтали, не знаю, что делать нечего. Это ты комментарий, что ли, чей-то прочитала? Ну, конечно. Ну, хоть потешно стало. А я влог выставила-то, когда мы с мужем ходили в бары. Ну, там немного сильно показывала, мне кто-то пьяницы назвал. Ну, ничего, тоже надо побыть. Знаете, по сравнению с современной молодежью я вообще тусами не занимаюсь. Я, может быть, от силы 2-3 раза где-то ходила, и то все время с мужем. Поэтому, ладно. Вообще-то мы готовим. Салат. Кому нужны наши проблемы? Курица так вкусно пахнет, кстати. Да, я готовила. Мне нравится, как это... Скажи слово. Не грудка, а... Бедрышки. Бедрышки, да. Голени. Голени. А еще бульончик вкусный остался.
Хотела опять приготовить поменьше. Дочь, говорю, тут надо огурчика поменьше. Мама, побольше. Я его отрезала. Зачем? Кусок. Я его увидела уже. Смотрю, не целый огурец. Для чего отрезала? Что ты хранишь, чтобы потом пропало? Ну, думаю, слишком много. Мы же всегда доедаем. Скользкий огурец. Ой, ты соломка, а мне вот так нравится. А огурчик я порежу соломочкой. Можно и не соломкой. Ну, это кому как нравится. Можно и не резать. Можно огурец затолкать туда. Сегодня у нас... А можно нет, по кругу пускать. Кусок мяса откусил ли семья, потом яйцо. А что, салат получился? Эй, жена, мы салат жрем. Ну вот, девочки, посмеялись с вами. И заодно и приготовим сейчас салат. Видите, как все это быстро. Вот вы захотите, допустим, приготовить салат для семьи. Включайте камеру. Начинайте записывать видео, разговаривать с девочками. И вот вы еще не успеете договорить с девочками, и уже ваш салат будет готов. Да ты ЦУ даешь? Да. Это ноу-хау. Нет, это фишка или лайфхак. 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 Сейчас любят все это слово. Так, огурчик. Представляете, какая бадья салата? Так, и как что будто еще? Мы прям на папу еще готовим, да? А нет, папа у нас ест, что попало. Я, конечно же, люблю. Я привыкла, настолько уже привыкла, представляете, вот к таким безвкусным огурцам, что они мне кажутся вкусными. Это нереально трава. Согласись, сами огурцы. Да нет, как-то нормальные. Я не буду измельчать вот этот ананас, я просто солью, и пусть он вот такими крупными будет кусочками. Я люблю. Это я говорю про магазинные огурцы, когда не свои огурцы, это ну, понятное дело, не сравнится абсолютно. Даже когда мы приехали, помнишь, твоя свекровь приехала, привезла помидоры. Ой, было вообще, там пахло на весь дом этими помидорами. У них огородик небольшой. Ну, дочь показывала, кому интересно, можете найти эти видео. Ты сок сохранишь, как обычно. Мама любит этот сок попить. Вот с ананасов, да. А больше ничего не сохраняю. Ни с персиков, ничего выкидываю. Ой, так там такой прям сладкий-сладкий. Угу. Так, ну все. Слила. Давай. Добавляем кукурузку. Как все быстро. А я стою, лясы точу. Ничего не делаю. Ну, ты как всегда. Хоть бы маме помогла. Не говори. Не совестно. Мы сегодня самокритичные. А? Мы сегодня самокритичные. Мама убирается. Сейчас зять придет, помоет. Рассмешила. Ну, он же моет посуду. Как-то тут я приготовила ужин, он встал, взял тарелки и пошел мыть посуду. Я сижу. Не пойму, в чем дело. Звезда в шоке. Да ладно, шучу, он иногда моет посуду. Ну, иногда посудомойку складывает. Ну, а что? Хотя бы сложить. Это ж тоже работа, слушай. Не. Сложить, вытащить. Туда эти таблетки затолкать. Меня больше всего раздражает вытаскивать посуду из посудомойки. Так, и смотрите, майонез. Мы приехали, дочь открыла майонез. Так, ложка и еще одна. Ты же королева майонеза. Да, меня зять называл. Королева майонеза. Ну вот, видите, сколько всего использовали. Ну, больше, чем полведра. Нет, еще не больше, чем полведра. Посмотри. Больше, мам, у тебя там дырень в середине. Доча жжет. Пошленькое видео получилось. Слушай, а запах-то какой? От огурца, кстати. Ну, огурец пахнет немножко, и в основном бедрышки пахнут, и кукуруза. Да все пахнет в основном, все пахнет, все подряд. Мы передаем вам запах через камеру. Да, очень вкусно пахнет. Вообще, этот салатик я иногда, когда мне делать нечего, я готовила слоями. Сначала курица, потом огурчик и так далее. Потом яйцо,
Ананасы и яйца. Ой, я бы такой не ела слоями, потому что кукуруза не мой любимый продукт. Но я всегда люблю его есть. Может, выглядит не очень аппетитно? Ой, мне нравится. У вас это вкусно. Да, я попробую. На пробу возьму сейчас. Покажи мне, девочка. Давай, держи. Покажу тебе, девочка. Упси. Ну что, девочки, проба. Очень сладенький из-за кукурузки и ананаса. Ананас самое то. Супер. Девочки, ништяк. Люблю с ананасиком. Ну что, нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Спасибо, что вы были с нами. И не забывайте ставить лайки, подписываться на наши каналы. Вкусно. Я же не затолкаю эту же ложку туда, я стою облизываю. Все понятно. Всем до встречи, всем пока-пока. Девочки. А это послесловие. У нас сегодня зять ездил за огурцом. Мы его посылали в магазин. Ну вот, привез нам кейк. Дочь говорит: мам, заказывай, что хочешь. А я думаю, я хочу чего-нибудь сладкого, но хотела испечь. Дядь привозит. Ну, я тортик. Не просила его тоже. Ну вот, и сейчас на ужин у нас будет он салат. Он очень вкусный, салат, нежный. Салат и тортик. Здесь все десерты вкусные. Кстати, можно я замечу? Смотрите на цену, если видно, 14,99. Когда я сюда приехала, этот тортик стоил, даже через 2 года после этого, он стоил 10,99. Подорожал? Ну вот на $4, прикинь, за последние... Вот это инфляция. А сколько ужас. Паундов? Ну, он всегда такой размером был. 1 паунд, 12 унций. Ну, почти 2 паунда. 2 унций, да, паунда не хватает. Почти 2 паунда. Ну, это, считай, 900, почти 900 грамм. Да? Ну, я говорю, подорожал на $4. Это что, если сейчас 61 рубль доллар стоит? 6,4, ну, 24. 200 с чем-то рублей. Ну, почти 245, 200. Ужас. Ну, это не товар первой необходимости. Ну нет, но тем не менее, ну, неприятно, хочется. Что 14,99. Хочется тоже иногда. Я, в общем, сокрушаюсь, девочки. Я ладно, в шоке. Всем пока. Всем пока. Кушайте. На здоровье. Девочки, я вот решила с чипсиками на камеру поесть. Вот смотрите, какой я салат ем. Буржуйский. Да с чипсиками, принглсами. Всем бы так есть. Наш, мой муж, мама сказала, я, говорит, я не буду добавлять сыра в этот салат. Муж насыпал тарелку сыра за то. Алекс, заходи, кушай. Can I have some water? Okay.